Всем добрый вечер. Хочу с вами поделиться, как мы сделали из вагон-бытовки домик для небольшой семьи. Сделаю небольшой обзор домика. Вагончик 9 на 2,5. Такой вот вид он имеет. Поставили мы его на столбики, чтобы поднять от земли. Так вот. Сейчас посмотрим, что внутри. Мы его полностью разобрали с момента покупки, потому что там была проложена минвата, она вся уже утряслась, и никакой теплоизоляции бы не было. Поэтому решено было полностью все разобрать до нитки, до скелета, и собрать заново уже как положено. Давайте войдем внутрь. Сделали небольшой предбанник. Привет, киса. Ну, это ничего интересного. Внутри у нас так. Заходим сразу, попадаем в кухню. Вот такая у нас кухня. Небольшой холодильник. Микроволновка. Вот самодельные шкафы. Плитку поставили. Вытяжка. Выглядит. Дальше с левой стороны у нас дверь. Это санузел. Такой вот у нас санузел. Душевая кабинка. Очень просторная, вместительная. Так как я балуюсь аргоном, ТИК-сваркой, сделал полотенцесушилку, подключена к системе отопления, постоянно тепленькая, замечательно. Тоже обувницу подключили к системе отопления. И вешаем вещи, они всегда теплые. И обувь можно сушить. Очень удобно. И получается у нас одна комната, зал. Гардеробная, панорамным стеклом, очень удобно, увеличивает пространство. И вот такая комната. Вот. Для экономии места мы придумали вот такие кровати. Очень удобно. Покажу, как работает. Так вот. По весу кровати мы не испытывали на максимум, но 3 человека смело на них сидят, ничего с ними не происходит, никакого прогиба, сами варили, поэтому уверен, что с ними ничего не случится. Чтобы наверх лазить, здесь предусмотрены лестницы. Так вот, такой у нас получился вагончик. По цене и по остальным моментам, кому будет интересно, пишите в комментариях. Я более точно объясню, как что делалось и откуда. Все, друзья, спасибо за внимание.